Вид – это то, во что вам предстоит окунуться, если вы сели за свой компьютер, сжимая в руках диск с игрой Homeworld. Итак, сюжет игры. Жители планеты Харак решили исследовать место своего обитания, на котором они уже и существовали более 100 лет. В результате поисковых операций был найден разбившийся корабль, исследовав который, ученые Харака смогли построить рабочий аналог межзвездного корабля, способного совершать прыжки в гиперпространство. До чего допрыгаются отважные путешественники на своем корабле, предстоит решить вам. Так начинается звездная эпопея под названием Homeworld. И все-таки она вертится, вот что можно сказать при первом взгляде на игру. То есть вы можете смотреть на нее под любым углом. Вы совершенно не ограничены в действиях и расстояниях. Настоятельно рекомендуем вам пройти обучающую стадию. Вас научат пользоваться различными меню и умело управлять вашими силами. В принципе, большинство стандартов стратегических игр были соблюдены. То есть имеются ресурсы, пригодные для сбора и переработки, имеются враги, пригодные для уничтожения. Присутствует возможность исследовать и строить новые виды вооружения, а также конечная цель всего предприятия — нахождение родного дома для новоиспеченных космических робинзонов. Возможно, одним из плюсов игры можно считать ее глобальный сюжет. То есть вам изначально дают понять всю важность вашей миссии, и ощущение собственной значительности не покидает вас всю игру. В ходе игры вам предстоит лично убедиться, что жизнь во Вселенной бьет ключом во всех смыслах этого слова. Самое любопытное то, что во внешнем космосе у вас есть не только враги, но и друзья, представители более древних цивилизаций, готовые к сотрудничеству и не менее таинственные. Возможно, что это мое субъективное мнение, но лично мне Homeworld по своему настроению очень напомнила первый Master of Orion. Условно, игра поделена на миссии. Миссией можно назвать промежуток между двумя прыжками в гиперпространство. За это время вы, как правило, успеваете собрать определенную сумму энергетических единиц, исследовать новую технологию и построить несколько кораблей. Как правило, результаты ваших трудов никуда не деваются, и эту особенность можно очень выгодно использовать в своих целях. Например, выполнив текущие задачи, можно спокойно собрать все оставшиеся ресурсы, построить максимум боевой техники, а затем во всеоружии отправиться на поиски новых приключений в следующую миссию. Кстати, если вам не хватает ресурсов, для чего-либо всегда можно разобрать и переработать парочку единиц техники, что тоже весьма полезно. Отдельной похвалы заслуживает организация боевых действий. В принципе, вы все видите на экране. Конечно, мне редко приходилось наблюдать за космическими баталиями, но я думаю, если бы они были, то выглядели бы именно так. Ваши боевые корабли не просто тупо висят на одном месте, обстреливая врага и ловят на себя ответные залпы. Они двигаются и действуют согласно своим характеристикам. Легкие истребители заходят на атаку, расходятся, маневрируют. Тяжелые бронированные фрегаты спокойно стоят на месте и, вращая пушками во всех направлениях, планомерно уничтожают все, что представляет угрозу для материнского корабля. Как правило, во всех стратегиях наиболее хлопотный момент — это ремонт потрепанной техники. В Homeworld все сведено к нажатию одной клавиши, после которого единица сама выполнит все необходимые действия, конечно, если успеет. Не знаю, стоит ли считать это новшеством, но в бою присутствует такая возможность, как атака целой группы врагов. С одной стороны, это полезно, если группа эта состоит из мелких истребителей. Если же на вас напали несколько более крупных врагов, то лучше собрать все силы и уничтожать их по одному. Обратите внимание на цветной след за каждым кораблем. Это сделано не только для того, чтобы добавить красоты картинке, но также и для того, чтобы в суматохе боя вы могли легко отличить своих от чужих. Конечно, с непривычки освоиться в трехмерном игровом пространстве будет нелегко, к тому же динамику боя никак нельзя назвать вялой. Но вы быстро привыкнете. Чтобы облегчить себе задачу, чаще используйте возможность создания боевых групп. И вообще клавиатуру. Знание горячих клавиш в игре может очень пригодиться. Несмотря на то, что все действие игры разворачивается в космосе, он, космос, не оставляет у вас впечатления зловещей бездны, и вы чувствуете себя в нем как дома. На мой субъективный взгляд, игра Homeworld оправдывает использование трехмерного пространства в стратегических играх на все 100. Для того, чтобы нормально в нее играть, вам понадобится Pentium 233, 32 или 64 мегабайт оперативной памяти, а также ускоритель или хотя бы...